Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Из-за санкций Киров может оказаться без новых автобусов. Планы региональных властей потратить еще 1 миллиард на новый транспорт могут не осуществиться. Об этом рассказал Андрей Логиновский, руководитель областного и муниципального транспортных предприятий КПАТ и АТП в интервью изданию «Бизнес-новости» в Кирове. Возникли сложности, связанные в том числе с санкционной политикой, сказал он. Непонятно, по какой схеме будут выделяться деньги и есть ли возможность у производителей транспорта в условиях ограниченного на сегодняшний день выпуска компонентов для производства автобусов их выпустить и по какой цене. Так что вопрос пока открыт, но решается. Конец цитаты. По словам Логиновского, цены на автобусы повысились практически на 50-70%. О покупке новых троллейбусов для Кирова вообще речи нет, сообщил он. Программа «Экономика». В Кирове готовится аудиторская проверка фонда капремонта. Сейчас идет отбор организации, которая проведет анализ финансовой отчетности фонда. Отбор объявило Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Оценка проводится ежегодно. В прошлом году этим занималась компания «Вятка Академаудит». В 2020 году фонд потратил на капремонт 1 400 000 000 рублей. Его деятельность обошлась в 29 миллионов. На зарплаты гендиректорам ушло 1 200 000. 21 миллион израсходовали на начисление и сбор платежей, также на выпуск и доставку квитанций. Фонд заплатил более 9 миллионов рублей налогов. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Дефицит и подорожание импорта в самых чувствительных сферах тревожит кировчан. Стоит ли запасаться продукцией «Оптик» и опасаться снижения качества жизни? Сети «Оптик» ясно подтверждают увеличение сроков поставок линз и изготовления очков. Это временные сроки восстановятся, когда наладятся логистические цепочки, говорят эксперты. Отсутствие некоторых позиций контактных линз тоже временное и связано с повышенной активностью покупателей в марте. Запасы в Кирове скоро будут пополнены. Кроме того, любые линзы «Оптики Ясно» могут привезти под заказ. Из-за санкций в коллекции солнцезащитных очков будет меньше европейских брендов, но «Ясно» в этом году нашли для кировчан альтернативы у азиатских поставщиков – трендовые модели от брендов из Южной Кореи и Китая. Что касается ценовой доступности, то сеть сохранила все привычные скидки, например, 20% на покупку двух и более упаковок линз или скидку 21% в день рождения. Заказать линзы, растворы или очки можно через группу «Оптик Ясно» во ВКонтакте, возрастное ограничение 16+, и через сайт optica-ясно.ру. Акция действует на момент выхода рекламы. Индивидуальный предприниматель Малых Екатерина Олеговна. ОГРНП 315-43-45-400-49-65. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.